Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из России. Россия возобновляет авиасообщение с 4 странами. 2 из них находятся в Юго-Восточной Азии. Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом сообщили в оперативном штабе правительства Российской Федерации 16 января. По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидемобстановки принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими государствами: Вьетнам, Москва-Ханой 2 раза в неделю, Индия, Москва-Дели 2 раза в неделю, Финляндия, Москва-Хельсинки 2 раза в неделю, Санкт-Петербург-Хельсинки 2 раза в неделю, Катар, Москва-Доха 3 раза в неделю. В оперативном штабе уточнили, что решение было принято, исходя из названных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1 и на основании принципа взаимности. Кроме того, штаб принял решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до 5 раз в неделю. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.